Путин не справляется, Путин завяз в Украине. И для того, чтобы справиться, он бросает туда все, что у него есть. Полицию, ОМОН, СОБРы и так далее. Каждый человек, который сейчас выходит на улицы российских городов, каждый человек, который выходит на протест, он отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан. Ваши 15 суток стоят для того, чтобы не дать убить одного мирного человека. Если стоит, идите на улицу и посидите потом. Я отсидел 10 лет, больше 10 лет, отстаивая то, что я считал правильным. Если вы считаете правильным, чтобы не убивали граждан соседнего государства, просто потому что этому типчику это захотелось, противодействуйте ему. Сегодня выход на улицу – это противодействие убийству людей в Украине.